Всем привет. Получил какую-то гадость непонятную. Что за тут такое? В общем, судя по всему, что-то мягкое. Я не помню, что заказывал. Очень много посылок ко мне идет. Это явно не чехол. Это явно не смартфон. Так что давайте смотреть, что там пришло. Так, ну, обычный полиэтиленовый пакет. Сколько шло, не знаю, не проверял. Вот это все. Ссылки в описании будет. Не знаю, что это. Там смотрите, сколько это стоит. Обязательно прикручу. Что-то не пойму, что это такое. Какие-то пакетики. Блин. Ух ты, прорезал. Ё-моё. Фу, что это? Ёлки-палки, это что такое? Ох ты, ё! Это же... Это какие-то черви. Я ж вроде не заказывал такого. Чё, прикалываетесь, что ли? Смотрите. Что это? В пакете черви, мертвые. Сдохли, что ли, подо... Или я не пойму. Смотри. Вай. Да не, обыкновенные черви. Ух ты. Это для чего это, блин? Это кто мне прислал? Никто ничего не писал вроде, ничего. Смотрите. Как вам? Что это за хрень? Гляньте, они... Это конфеты, что ли, или что это? А нет, они резиновые какие-то. Силиконовые, что ли. И тут, гляньте, много пакетиков. Раз, два, три, пять штук. Может, меня кто-то просил заказать? Ну, нахрена черви? Наверное, на рыбалку кому-то. Смотрите, как они там передвигаются, если нажимаешь. Прям как настоящие. Охренеть. В общем-то, вот такая хрень пришла. Смотрите. Во. Что-то я припоминаю. Вроде бы это как для рыбалки. Ну, в общем-то, кому интересно, ссылки в описании поищу, где этот у меня лот. Вроде не заказывал, не знаю. Так что, рыбаки, если что, заказывайте. Честно говоря, я немножко очканул, когда это увидел. Не ожидал, что это будет такое зрелище. Вот так вот, заказал посылку, получил червей. Червивая посылка, друзья. Подписывайтесь на канал, еще будет много интересного. Рассказывать здесь больше нечего. До новых встреч.